ее маленьком черном платье, которое никак не должно сковывать женскую фигуру и ее движение. Именно в это время оно и появляется. Но если мы возвращаемся на 100 лет назад, то вспоминаем о пышных платьях с корсетом, но в 20 веке от корсета отказываются. Появляется рентген, который точно нам говорит, как пагубно он влияет на женский организм, ломает ребра, смещает органы, это действительно ужасно, но все-таки сразу отказаться от корсета не получается. Поэтому появляются платья приталенные. И мы видим европейские платья невероятной красоты, своеобразные вырезы, рукава, они достаточно длинные для 21 века. Но в 20 веке это длина мини, как ни странно. И лишь позднее появляются платья... Это мини?